Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про економіку і фінанси в умовах воєнного стану. У нас в студії наш постійний, можна сказати, економічний фінансовий експерт Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва Миколаївської області. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми готові приймати ваші дзвінки за телефоном студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, хочете поділитися думками по темі сьогоднішньої програми, будь ласка, телефонуйте, у нас залишається трошки менше 25 хвилин. Ну і почнемо, мабуть, одразу, як ви сказали перед ефіром, ви від початку і оголошення воєнного стану моніторите ситуацію загальну, да. Економічну активність, стан підприємств у різних сферах. Угу. Поділіться своїми даними. Опасения, которые были сложены у бизнеса в воскресенье, в понедельник, во вторник, уже во вторник, вторая половина дня начали уменьшаться. И, по сути дела, вот к сегодняшней нашей встрече все, конечно, взвешивают свои риски, но не то чтобы паники, даже каких-то ожиданий в краткосрочной перспективе на то, что каким-то образом это нехорошо закончится как экономически, так и финансово, в частности для бизнеса и для потребителей, для нашего населения. Эти в массе своей у предпринимателей это мнение уже ушло. И это, естественно, сразу же отражается на рынках, в частности на валютных рынках. Потому что вот мы видели, как предыдущий месяц гривна укреплялась по абсолютно обоснованным ситуациям, связанным с тем, что действительно крупному бизнесу надо было гривна для того, чтобы рассчитаться по налогам, произвести соответствующие перечисления. И поэтому с валютных счетов шла выручка для того, чтобы можно было приобрести гривну. И тем образом на рынок давлела тенденция, больше было предложения, чем спрос. И вот, в частности, мы уже видели, что в пятницу, в субботу, как на одной из проекций официального валютного рынка на черном рынке Украины, на наличном рынке, курс доллара опустился ниже 28, это чтобы купить доллар. Тогда уже было 27,95, 27,90. И дальше вот случилось вот то, что случилось. И, безусловно, то есть в воскресенье ситуация еще была достаточно проста, без изменений, а вот в понедельник утром курс доллара до обеда нарастил 2%, а после обеда еще 2%. И таким образом, значит, вот такая спекулятивная составляющая понедельника отразилась на воскресенье. И я не говорю о отдельных обменниках, где курс доллара там ставили какой-то заоблачный, там за 30, там, бог знает. 31 был. Да, но мы говорим о той массе, потому что ну, как бы есть официально, есть национальный банк, есть курс межбанковской валютной биржи, но есть и курс теневой, то есть курс менял, так называемый, который в интернете представлен в большом количестве, тоже системно они там работают. И к этому курсу они привязываются, вот и в том числе и те, кто у нас управляет нашими обменниками. Поэтому это самый такой простой индикатор рынка, смотреть, что происходит при помощи интернета. И вот сегодня, когда я уже собирался к вам, я могу показать, что вот сделал скриншот буквально час назад, и вы можете увидеть, если камеру приблизите, что вот по объявлению, по продаже, но я могу сделать крупнее вот так вот, да, допустим, что вот время, суммы, там телефоны уберем, вот получается вот продажи 28,17, 28,15. 28,13 до 28,17. То есть, по сути дела, валютный рынок вышел на ту же позицию, которая была две недели назад. И это можно приветствовать, потому что бизнес увидел, что это не то военное положение, которое прописано в законе, в регламенте, где действительно вносятся большие ограничения и для одних, и возможности для других. И, само собой, разумеется, рынок на это отреагировал весьма позитивно. Те, що ви сказали, 2-4% – це можна вважати нормальною реакцією ринку, так? А не 3 гривні, як просто з'явився привід. Да. Ну, понимаете, я прекрасно помню, як курс за 2-3 недели виростав в 2 рази, іноді і в 3 рази. Вот. Поэтому 2-3-4% на вот об'явлення воєнного положення –
Ну, это очень даже просто замечательно, некрасиво говорить так вот, но это действительно замечательная реакция фонда, финансового рынка, в том числе и фондового рынка. То есть не изменились ситуация на акциях, на облигациях, практически не изменились. То есть, по сути дела, бизнес действительно отреагировал очень спокойно. Но, понимая о том, что есть тенденция некоторая к росту, к великому сожалению, контракты импортеры, которые начали заключать уже вот во вторник, в среду, они заключали с упреждающим курсом доллара на уровне там, 31, может даже 32. Поэтому не исключено, что вот спустя некоторое время мы увидим на полках наших магазинов некоторый не всплеск, а некоторый рост цены на импортные товары. Но вот с учетом того, что я показал, то есть происходит вот такой хороший откат, то это опять-таки продолжительность этого роста будет совсем небольшая. Возможно, мы даже это не почувствуем и не увидим. Маленький лиричний відступ. Нинішній курс гривні, наскільки вважаєте логічним в принципі? Наскільки він відповідає стану економіки і нашої валюти? Ну, знаєте, є те, що подобається, є те, що логічно. Да, звісно, більшості... Ну, якщо ми згадуємо по 8, да, конечно, по 5. Звісно, більшості подобається курс 8, да, і представити собі, що, як багато говорять, мені б хоча б на полчасика на курс 8 или 5, да. Ну, от маємо те, що маємо, і сьогодні от ця ситуація, коли курс на протязі вже от, там, 2 років плавно растет, то есть 26, 27, 28. Мы понимаем, что в следующем году там будет 29, там может 30, если не будет каких-то там экстремальных ситуаций. Он логичен, то есть он получается подкрепленным, потому что по большому счету вот даже сегодняшние вот эти качели, которые возникли на фоне объявления военного положения, они быстро потеряли спекулятивный тренд, очень быстро. Это радует. Тобто, ну тут можуть бути два варіанти. З одного боку, люди спокійні, з іншого боку, просто немає таких вільних грошей на те, щоб якось відреагувати. Понятно, в банківській сфері на депозитах огромна сума денег. Угу. Така ж приблизительно сума денег в так називаємо матрасах или стеклянних банках. Так чорна п'ятниця тільки минула. Все витратили. Ну, це тема окремого розмови, що із себе представляє українська чорна п'ятниця. Так от, дійсно, денег огромне кількість, но спроса, вот у людей не было ажиотажного спроса ни на что, ни на валюту, ни на товары. Потому что вот, готовясь к сегодняшней передаче, я задавал вопрос администраторам практически всех наших крупных торговых сетей, республиканских, которые работают в Николаеве. И вопрос был такой, вот за вот эту неделю увидели вы всплеск спроса на товары? Увеличилась ли сумма чека средняя? Может быть, по возрастным категориям вы определили, что люди пожилого возраста больше стали покупать соль, да, а молодежь там бросилась там покупать пиво? Нет. Ответ однозначно нет. То есть, может быть, где-то там, но в долях погрешности, которые присутствуют обыкновенно на рынке. И на вопрос, вот что у вас с дальнейшей поставками, он говорит, а в чем проблема? Говорит, ну вот вы можете подтвердить, что вот ваши поставщики молочных продуктов, мясной продукты, крупы. Это говорит, так, ну, если хотите, вы задали вопрос, мы начинаем волноваться. То есть работают в абсолютно стандартном режиме. И это замечательно, потому что на самом-то деле это вот опять-таки тест зрелости нашего общества. И мне кажется, что наше общество этот тест проходит. Сьогодні друзі розмістили таку жартівливу інформацію, мовляв, так, серйозно підійшли, проаналізували, скільки ж солі в Україні, і виявилося, що всього лише на 2500 років вистачить в умовах воєнного стану. Якщо повернутися до інформації від Національного банку, взагалі до фінансового ринку, можемо, до речі, показати картинку, яку підготували фахівці Нацбанку, для того, щоб додатково заспокоїти клієнтів і всіх нас. Бачите, keep calm and love Ukraine. Зберігайте спокій, любіть Україну. Нічого не змінилося, тобто все працює в звичному режимі. І можу процитувати представників Нацбанку, поки ви розглядаєте цю картинку. Ми не побачили істотних відтоків з банківської системи. Так, в деяких банках були випадки, коли окремі клієнти вирішили не продовжувати депозит, який закінчився, або знімали кошти з поточних рахунків. Але питома вага таких випадків мізерна. Всього протягом цих днів відтік коштів фізосіб склав менше 2%. Цей показник також включає витрати громадян у Black Friday, в Чорну п'ятницю та вихідні дні, розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
Миколаївщина нічим не відрізнялася від ситуації по Україні. До речі, такі стрибки були і в інших областях? Безусловно. Ну от говорити о нашій Миколаївській області, з учетом того, що регіональний фонд виконує обласну програму по компенсації процентів для підприємців по кредитам, то мы однозначно видим, каждый день подавая документы в казначейство, что казначейские счета работают в стандартном режиме, то есть не происходит накопления, не возникает каких-то остановок в платежах. И само собой разумеется, вот нас тоже интересовала ситуация с кредитным ресурсом. Мы уточняли, что выдача кредитов, которая была запланирована на эту неделю, на понедельник, вторник, среду, состоялась полностью в плановом режиме. Я лично проверял эти аспекты, то есть не изменилась ни процентная ставка, не потребовались какие-то дополнительные там справки там, или еще что-то, или приходите завтра, мы подумаем, дать или нет. А тут же получается взаимосвязь. Если кредитный рынок работает, и если предпринимателям, бизнесу, малому, среднему есть возможность взять кредиты, значит, в банковской сфере надо депозит. То есть, само собой разумеется, вопрос опять-таки не в пропорциях там, ставок, просто в том, что здесь идут вот взаимный интерес. Банк хочет кредитовать, где он будет брать деньги? Либо у Национального банка, либо у населения. Поэтому, само собой разумеется, вот раз есть спрос на кредиты, и он в определенной степени отоваривается, значит, они на депозиты тоже будет спрос со стороны уже банков, и процентная ставка будет, значит, стимулировать, приходить еще и приносить туда эти деньги. И я скажу, что вот ехал на машине в телестудию и слушал радио, и один из предпринимателей, по-моему, из СУМ, говорил о том, что невозможно взять кредит, сумасшедшая процентная ставка, вообще что делать, там бизнес заканчивается. Но вот наши предприниматели могут опровергнуть, наверное, те, кто пользуется услугами этой программы, о том, что реально получается процентная ставка на уровне 10-11% годовых в гривне. И вот сейчас, эта неделя, было очередные поступления на их счета, компенсация этой процентной ставки. И опять-таки, если говорить об областном бюджете, на этой неделе начались консультации в областной администрации, в Совете депутатов по формированию областного бюджета, начали утверждаться определенные программы. И программа по компенсации процентов на следующий год продолжается, она немного увеличиваться будет. И, в принципе, вся эта работа осуществляется в штатном режиме. Не возникало разговора о том, что давайте после военного положения вернемся к этому. Наоборот, определенная мысль, которая возникла у некоторых чиновников о том, что давайте позже, натолкнулась на команду срочно делать сейчас, потому что если мы не примем это в декабре, то следующий год неизвестно, как это будет. Это действительно показывает о том, что не только бизнес и потребители, но и наши государственные служащие здесь, на местах, тоже рассматривают о том, что, в принципе, стандартная ситуація. Повертаючись до фінансового ринку або його такої складової, як страховий ринок, теж виникали запитання і виникають, напевно, у клієнтів, адже воєнний стан часто є форс-мажором у більшості страхових договорів, що може спричинити невиплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку. Наскільки дійсно часто, як використовується така можливість для форс-мажору? Дуже хороший вопрос. Тому що, от, к сожалению, я вынужден применить эту фразу в цивілізованому світі. В подобных ситуациях подходят страховые компании весьма индивидуально, и если они не видят, что их клиент реально провоцировал присутствие на территории военных действий, что это, он оказался несчастным во время террористического акта, то компенсация происходит в полном объеме. Давайте вспомним события с этими двумя башнями. Это теракт. По большому счету, это форс-мажор, и страховые компании могли не выплатить ничего. Не было ни одного, который бы не получил соответствующую компенсацию. Наши страховые компании относятся к этому бизнесу немножко по-своему. Поэтому, наверное, это тема отдельного разговора, в том числе по истечению военного положения, может, действительно имеет смысл встретиться с некоторыми участниками страхового рынка, рассказать, как они это делают. Но будем надеяться, что постепенно мудрость и европейский стандарт придет и в наши страховые рынки, и они будут точно так же спокойно работать и не придумывать основания, по которым не стоит производить выплату.
Якщо безпосередньо по Миколаївщині, знову ж таки, спробувати ситуацію оцінити. До речі, обласна державна адміністрація теж підготувала в якості інфографіки візуально, що несе із собою воєнний стан. Там немає нічого такого особливо негативного, можемо побачити цю картинку. Певною мірою навіть трошки може пожвавішати робота оборонних підприємств і можуть додатися замовлення оборонного характеру. Ну, для нас це болючі теми, зрозуміло, суднобудування, ситуація на Миколаївському суднобудівному заводі, котрий донедавна був імені Чудистівного комунара, і крейсер, нещасний корабель. На Чорноморському суднобудівному стоїть корвет, який не фінансується вже рівно 5 років його будівництво. Але, принаймні, ремонтні роботи кораблів, мабуть, могли б додати і коштів, і робочі руки на наші підприємства. Тобто мінусів нема, навіть у цьому можна певний плюс побачити. Ну, можна ще один плюс побачити, хоч поки що це лише на рівні прогнозів. Плюс для Миколаївщини, хоч як може це трошки егоїстично звучить. Адже із перекриттям Азовського моря вантажі з металургійних підприємств, так, Маріуполя, зокрема, скоріш за все, підуть залізницею в наш бік. Можливо, і до Одеси, але до нас трошки ближче. Ну, опять-таки, дані о том, що під мостом в этом каналі Керченському или проливе, неважно, как его называть, сейчас проходят гражданские суда, это тоже факт. Безусловно, для иностранных партнеров отправлять свои сухогрузы или танкеры в то место, где происходят подобные конфликты, это повышенный риск. И, безусловно, экипажи могут рассматривать дополнительное вознаграждение, и стоимость подобного фрахта будет другая. Но это не ситуация сегодняшнего дня. Я так понимаю, что это будет рассматриваться в зависимости от того, чем это все в итоге закончится. А так, да, действительно, ну, как бы вне зависимости от обстоятельств, мы четко понимаем, что Азовское море, как море, вокруг которого происходит такой конфликт, оно становится опасным, к сожалению, к великому сожалению, как для туризма, так и для бизнеса логистического. Но, с другой стороны, эгоистично, наверное, говорить, потому что Николаевская, Херсонская и Одесская область от этого может выиграть. Но факт заключается в том, что действительно мы помним ситуацию, когда мариупольские предприятия, которые занимались зернотрейдингом, они реально были на грани остановки, потому что враг был на пороге. Но ситуация изменилась, все вернулось на круги своя, и слава Богу. Так, ну і сьогоднішня буквально новина. Прийнято рішення про перші півмільярда євро від Євросоюзу. Так, макрофінансова допомога ЄС. Гроші мають надійти приблизно в середині грудня. З одного боку приємно, з іншого боку це знов кредит. Ну, понимаете, цена этого кредита максимально до 2%. То есть, может быть, это будет 1,8, может, это будет 1,5. Угу. Если складывать его с траншем МВФ, где деньги, возможно, будут немножко дороже, то это все равно где-то на уровне будет 2,5, может быть, 3% годовых максимум, может быть, даже и еще меньше. То есть, безусловно, это деньги недорогие. Это самые дешевые деньги, которые есть сегодня в мире. Но самый важный аспект заключается в том, что подобное действие со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда демонстрирует, что они поддерживают нашу страну. То есть нет той ситуации, когда во время военного положения останавливается любая работа, то есть переставляются военные поставки, останавливаются, останавливается финансовая помощь, макрофинансовая, неважно, там транши какие-то, все идет своим чередом. И действительно это радует. То есть, с одной стороны, это, как мы говорили, тест на зрелость нашего общества, а с другой стороны, это тест на зрелость цивилизованного мира, как они относятся к тому, что происходит в нашей стране. То есть, и насколько они действительно встревожены этим. То есть, есть политические заявления, и есть действительно факт экономической поддержки вот этой, потому что такие дешевые, недорогие, вернее, деньги – это поддержка. Это поддержка, финансовая поддержка страны, финансовая поддержка бюджета 2019 года, бюджета развития, выживания, неважно, как назовем, но это все-таки бюджет, который дает хоть небольшой, но все-таки рост.
и значит дает надежду. И вот сейчас не сбывается это самое в этот самый момент военного состава, да, и в тот самый момент, когда действительно вот как раз происходит, мы вышли на бюджет, образующий декабрь, и вот это случилось. И ничего, вот действительно ничего не остановилось ни в работе с иностранными партнерами, ни в работе внутри с фондами. И действительно это вносит определенную надежду и стабильность в рынок. То есть я не знаю, там, как отреагирует следующая неделя, но я подозреваю, что курс доллара будет также стабилен, и мы вполне реально можем вернуться на ту позицию, которая была буквально неделю назад, то есть вернуться на позицию 28 при продаже доллара. Хотя вот мой первоначальный прогноз, который я делал в понедельник вот этой недели, я считал, что мы выйдем, подойдем к 29 и остановимся. Но все-таки спекулятивный тренд, видать, из себя изжил. Те, кто могли на этом заработать, они уже заработали. Но все остальные ждут улучшения ситуации, чтобы опять-таки покупать товарные позиции по этому курсу. У нас залишається близько 2 хвилин. Ці гроші, про які щойно ми говорили, 500 мільйонів, як перший транш, Україна їх отримує. Угу. Ну, водночас наша держава зобов'язана виконувати певні вимоги. Угу. Зокрема, йдеться про реформи у цілому ряді секторів економіки та державного управління, від системи управління державними фінансами до реформи енергетичного сектора і податкової системи. Згадав я тут, прочитавши про енергетичний сектор, сьогодні ж Кабінет міністрів оголосив перелік підприємств, які планують продати в наступному році. Mm-hmm. Серед них «Миколаївобленерго». Ну, я так розумію, що там частка держави. Yeah. «Миколаївобленерго», я не пам'ятаю, скільки відсотків. Це елемент реформи? Може бути таке? Там и Одесский припортовый, и много предприятий таких цикловых. Понимаете, вот вопрос не в том, что является ли это элементом реформы. Это элементом определенной политики правительства. И они считают, что это абсолютно правильный путь. Есть много капиталистических стран, которые энергетический сектор не продают вообще. Вместе с тем есть такое же количество стран, которые полностью передали в частные руки. Поэтому что из них логично, покажет время. Это рынок, и это абсолютно нормально пробовать, потому что самое неприятное, или возможность, которая есть, неприятная для бизнеса, это потом, если они будут неправильно управлять этими компаниями, можно включить процесс национализации. У нас так пробували з суднобудівними заводами, інвестори, на яких не виконували інвестзобов'язання. Поки що нічого не вдалося. На жаль. Я вам дякую за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. На все добре. Все добре.